Меня зовут Валерий Липатов, я мастер города Екатеринбург, занимаюсь татуировкой, наверное, около уже 7 лет. Я Денис Денис. Рябцев, тоже занимаюсь татуировкой с где-то 15 года, получается, тоже около там 7 или 8 лет. Почему бы нам не начать снимать какие-либо собственные реакты, это называется, наверное, на работы собственных мастеров. Здесь вот где-нибудь в этой части или, возможно, в этой части я буду показывать саму работу, что она из себя представляет, что мы думаем о этой татуировке. Мы будем рассматривать... Давайте начнем с Они, Оня Трофимония. Это достаточно сильный наш мастер, мой ученик. Мне понравилось, как она сделала первую татуировку. Я пригласил ее к нам в студию с дальнейшим развитием. Давайте посмотрим, что из этого вышло. Давайте. Откроем самый свежак. Самый свежак. Который мне увеличивай на пальцем. Самом деле... Ну что, можно вот... Ну вот так, пальцем прям. Чего? Типа вот... Ух ты, да. Нифига себе. Это же яблоко. Ну что, Денис, мне на самом деле очень интересно услышать твое мнение по той причине, что ты мастер, больше занимающийся графикой, нежели если взять меня, я больше ухожу в какой-то реализм, около реализма или что-то тому подобное. Что ты можешь сказать по поводу выполненной татуировки, которую ты сейчас видишь? Татуировка очень хорошая, мне очень нравится. Я сейчас говорю по технической составляющей, достаточно все... Чётенько и хорошо. В работе есть контраст. То есть, если вы посмотрите, мы можем увидеть темные места. Насколько мне известно, Оня делала эту работу по большей части тройкой рельк. Но она выбрала путь Дениса, который по большей части все свои татуировки делает одной иглой, тройкой релькой. И, Денис, что ты можешь сказать? Ты видишь в этой работе отсутствие контраста? Работа пиздатая, а что еще, блядь, сказать про нее? Она хорошая, я вживую ее видел, Аня ее делала при мне, я подошел, она была почти закончена, работа хорошая. Давай рассмотрим следующую работу. Они? Давай, секунду, смотрим вот так. То есть, если мы посмотрим на данного льва, это примерно четвертая или пятая работа нашего мастера. Тут более чем видно, что контура сделаны хорошо. Насколько я помню, кстати, когда работа была зажившая, на каких-то местах, естественно, контура немножечко начали плыть. С чем это связано? Это, скорее всего, связано с моментом под названием, что человек еще не чувствует, насколько он погружает иглу под кожу. То есть он не может еще контролировать этот момент. Но при всем этом... Более чем видно, что работа выполнена технически достаточно хорошо. Это мое мнение как мастера, занимающегося реализмом. Далее давайте послушаем мнение Дениса, мастера, который занимается графичными татуировками, и это по большей части его стихия. Если учесть, что это какая ты сказал? Четвертая или пятая? Если учесть, что это вот четвертая или пятая работа на коже, ну, не на искусственной коже, а именно на человеке, достойно. Ой, пизда, джигурда! Все. А вот это я не вырежу. Спасибо. В техническом плане. Да, кстати, для вашего понимания, простите, Денис, я вас перебью, чтобы вы понимали, вот эту работу делал Денис. Нахера ты пока? Давай вот так вот еще сидеть показывать туда. Смотрите, Оня сделала какую работу. Вау. Сейчас я вам приближу здесь тачпадом. Вот. Давай мы еще рассмотрим одну ее татуировку, третью, и на этом, наверное, закончим. Что это тут у нас? Тут у нас процесс голени в круг делается. Она, да? Это, как я понимаю, Посейдон. Нет, это не Посейдон, это Аид. Аид? Да. Просто у него меч... Нет, зубец. У Аида два зубца на мече. Я не знал. При всем том, что у Посейдона три. А, серьезно? Да. У меня Посейдон сбоку здесь есть. А. А я этого не знаю. Ладно, не суть. Что вот, собственно, ты можешь сказать с точки зрения выполнения данной работы? Ну, работа здесь, конечно, не закончена, ну, исходя из размера самой работы, да, это голень, это большая мужицкая голень, которую сложно осилить
можно сказать, начинающему мастеру в один сеанс, да. Поэтому работа не закончена. Сложно, конечно, судить по, ну, полностью чему-то завершенному, но вот на этом этапе работа выглядит, как мне кажется, хорошо. Ну, первое, что хочу я отметить, видно, что Оня работает толстыми иглами, то есть раунд шейдер она использует, это на самом деле очень хорошо. У большого количества мастеров есть огромная ошибка, они выполняют всю татуировку тонкими иглами. Тем самым тот или иной объем и контраст теряется и не виден. Работа становится такой кашей, которую не видно с большого расстояния. Здесь же этой проблемы я не вижу. Я бы, конечно, делал без белого, потому что я, в принципе, не люблю использовать белый на какой-то графике, которая... Ну, графика, на самом деле, не совсем подразумевает белый цвет. Вот, потому что здесь очень много, ну, пустой кожи осталось, и беленький, ну, не всегда в кассу на таких работах, где очень много пустой кожи остается. Я любитель всякой такой скандинавской, это же тематика. Ну, пиздец, ты, конечно, греческая знаток. Тематика. Греческая. Скандинавская. Ну... Вот, Денис, я бы хотел, чтобы ты закритиковал эту татуировку, так как ты графист. Как прям ты уже придираться. Прям да? Придираться, да, потому что Оня является моим учеником, и угу. Без каких-либо придирок она не будет развиваться. Это нужно понимать. Ага, хорошо. Ну, тут пойдет вкусовщина. Ну, тогда. Естественно, вкусовщина. То есть это не объективное мнение, это да, да, субъективное. Соглашусь. Наверное, это так называется. Ну ладно, погнали. Короче, смотри. Пальцы кривущие, как хуйня какая-то. На них в теней практически нет. Вот, вот, я приближаю, смотрю, да, тут беленький. И вот вообще по минимуму всяких теней. Я бы, конечно, сделал поплотнее. Ну, и вообще в целом по работе я бы сделал поплотнее вип. То есть я люблю делать, ну, то есть выкладывать випом не только, допустим, тень, да, и от нее выход на свет, а полутона еще выкладывать. То есть графику такую более плотную, более заполненную. Здесь же этого нет. Я не знаю, плюс это или минус. Просто исключительно мне это немножко режет глаз. Вот. Плюс, допустим, контурочки в плане толщины. Ну, то есть я бы сделал жирные. Внешние контура еще потолще, а вот внутренние сделал бы где-то вот потоньше, там, где они как сейчас толстые. Как делается в Neo Tradition или в каком-либо, типа того, да, да. Чтобы выделить объем, некоторые, ну, точнее, мастера используют толстый контур на внешней части, которая по логике вещей ближе к тебе стоит, а тонкий идет на внутренней части. Блин, я отсюда вырежу того, что мы напиздели. Потому что я слишком много тут критики собственного мастера. А, ну, бля, ебать, ты попросил, чё? Не-не-не, это наоборот хорошо. Да. Они не показывают только. Ну, нет, я сначала Они показываю. Класс. Давай мы сейчас подытожим. Оня сделала, наверное, около 30 или 40 татуировок. И, в принципе, с самой первой татуировки у нее все шло достаточно хорошо. Она переступила ступень, которую не переступают большинство начинающих мастеров под названием ровные контура. Что сам скажешь, Денис, по поводу Они? Оня, ты молодец. Вот, все, что я хотел сказать. Действительно, нет, рост в работах виден, и рост семимильными шагами, поэтому вперед, дерзай. Ставь лайк, ставь жми лайк. Колокольчики. Всего хорошего. Всего хорошего.